Всем добрый вечер. Рада приветствовать вас в лектории Музея современного искусства «Гараж». И сегодня мы продолжаем цикл лекций «Несимметричные подобия». И Ирина Кулик сегодня расскажет про Августа Зандера и Тарин Саймон. Хорошего вечера. Добрый вечер. Мы продолжаем в наших лекциях говорить о фотографии. И есть ли лекции, которые были у нас до этого, которые были посвящены там и Диане Арбус, и Джоли Питеру Иткину, и Дори Марбле, все-таки и Монрею, да, были более-менее связаны с сюрреалистической фотографией, с сюрреалистической традицией фотографии, с способностью фотографии снимать несуществующие и генерировать некие параллельные миры, то сегодняшние наши герои — это представители как раз самого, что ни на есть, документальной фотографии. Август Зандер, немецкий фотограф, один, так сказать, из классиков фотоискусства, художник, который на протяжении многих лет собирал грандиозный, делал такой проект «Длиной в жизнь», грандиозную, как это называют, фотографическую перепись населения. Он сфотографировал все типы и всех, пытался фотографировать всех людей, которые населяли Германию его времени. Это огромный проект, который назывался, у него были разные названия, но самые известные — «Лица этого времени», «Лица нашего времени», «Люди 20 века». Вот что такое, каким образом можно переписать всех людей 20-го, представить огромный исследовательский проект, на самом деле, что такое люди этого времени. И наша современница Тарин Саймон, которую, может быть, вы знаете, потому что она неоднократно выставлялась в Москве, и, судя по всему, ее поездки в Москву оказали некое влияние на ее, на предмет ее исследований. Американская фотохудожница, занимающаяся, опять-таки, фотографией как инструментом исследования, потому что и Зандер, и Тарин Саймон — это, несомненно, там, Зандер, несомненно, выдающийся фотограф и художник, да, то есть это все-таки человек, которого интереснее рассматривать в контексте именно искусства, а не, собственно говоря, техники и мастерства фотографии. Тарин Саймон, тем более, вряд ли кто-то ее расценивает, ее творчество, потому как она строит кадры, выставляет свет. Это все-таки вот не фотография, а именно концептуальное искусство, как бы фотография как концептуальное искусство. И то, что она занимается, это также как бы фотография как инструмент каталогизации, да, каталогизации всевозможных странностей и необычных явлений, из которых, собственно говоря, и состоит современный мир. А, собственно говоря, и Зандер, и Тарин Саймон — это фотохудожники, которые поднимают, делают фотографию искусством, не потому что их снимки по своему совершенству эстетическому сопоставимы с живописью, например, да, то, что требовалось от фотографии в начале 20 века, когда она только стремилась доказать, что она искусство, а не техника, а потому что они оба используют фотографию как концептуальные художники. И Зандер, который творил в 10-е, 20-е, 30-е годы, когда никакого концептуального искусства не было, оказывается, тем не менее, предшественником концептуального искусства, потому что он использовал фотографию как некий инструмент исследования. Да? И вот именно этот как бы квазинаучный принцип, по которому, как бы научная идея, с которой он использовал фотографию, и делает его предшественником концептуального искусства. Поэтому на него, например, ссылались замечательные немецкие послевоенные фотографы Бьорн и Хилла Бехера, о которых была у нас лекция несколько лет назад, которые снимали такой каталог промышленной архитектуры невероятной, да, и который считается одним из столпов концептуального искусства. Вот. И, собственно говоря, как бы все последующие, как бы, ну, довольно многие концептуальные художники занимались вот этим принципом фотографии как каталогизации чего-то, на что до них никто не обращал внимания. А Зандер — единственный художник, который таким образом каталогизировал людей. И в этом смысле его довольно часто сравнивают с Дианой Арбус, про которую у нас была прошлая лекция, мы к этому, наверное, к этому сравнению вернемся сегодня. Вот, и вот как бы этот каталог людей, каталог, перепись населения, у него оказывается, с одной стороны, огромным концептуальным проектом, с другой стороны, действительно материал, исследовательский материал невероятный. И, конечно, это художник, который заставил по-другому, как бы, конечно, в этом есть некий этический посыл, каким образом, как бы, это проект, который заново открывают в 50-е годы, как проект гуманистический, да, такой вершина гуманистической фотографии. Вот, и это антропологический проект, и это, конечно, невероятно именно
художественный проект, о котором сейчас и будем говорить. Ну вот, собственно, Август Зандер — это его автопортрет 1925 года, подписанный, однако, не автопортрет, не Август Зандер, а подписанный как фотограф. Он, как бы в данном случае, себя определяет как некий социальный тип, потому что весь его огромный проект фотографий, очень мало кто из людей, которых он снимает, будет подписан там и будет представлен своими по имени, они все будут названы чаще всего по своим профессиям, да? Но, как правило, по какому-то типу, к которому они относятся. Это попытка создать классификацию людей, попытка создать классификацию, в общем-то, неклассифицируемого, в которой сам Зандер вот это, более, отводит себе роль не автопортрет художника, а просто вот типичный фотограф. Он действительно был, наверное, достаточно типичным фотографом. Он был из простой семьи, его родители были шахтерами, он начал фотографировать, когда он впервые тоже как бы работал на шахте юношей, и ему дали задание быть ассистентом фотографа, который техническую съемку на этой шахте делал, тогда эти технические съемки уже проводились. И таким образом он освоил эту фотографию пока что как ремесло, открыл свою фотостудию, на которой он снимал портреты, архитектуру, промышленную съемку на заказ. Во время своей военной службы он тоже делал фотографии. Как бы на фронте он тоже делал фотографии, потому что фотография уже к тому времени становилась необходимой. Вот как бы, ну, эта фотография не во время его воинской службы, он служил не во время Первой мировой войны. Фотография, в которой достаточно забавная, да, достаточно нехарактерная для Зандера, в которой уже появляется то, чем он будет заниматься, собственно говоря, как часть его проекта, как расклассифицировать людей, каким образом эти два действительно комически разнородные, разного роста солдаты демонстрируют вот это вот невероятное разнообразие людей, которых надо как-то упорядочить, да, потому что им всем нужна одинаковую форму, их нужно всех понять, каким образом можно выстроить армию, можно выстроить какую-то организацию из настолько разных людей, которые все в ней оказываются, да, каким образом можно организовать мир, состоящий из столь разнородных персонажей. Вот, но собственно, первый его как бы, и проект, которым он занимался всю жизнь, это проект, который замышлялся как огромное собрание фотографий, разделенных на категории. Вот это перепись населения, где первая категория — это крестьяне, вторая категория — это ремесленники, третья категория — это социальные и классовые типы, категория богема, категория женщины, категория жителей большого города и потерянные люди, последние люди, те, кто выброшены из общества, включая умерших, да, это последнее, как бы то, чем его проект заканчивается. Те, кто, как бы, если первая часть — это исследование общества, то последняя категория — это те, кто так или иначе из этого общества выпадает, в том числе потому по причине смерти, например. И начинает он, собственно, самые ранние его фотографии, как бы, причем-то классификация довольно странная, да, как бы, тоже мы, наверное, к этому еще вернемся. И начинает он, первые фотографии, которые он снимает, это фотографии крестьян, фермеров, да, как бы обитателей деревни. Фотографии, наверное, самые романтические из фотографий Зандера, потому что он снимает их, как бы, это очень традиционные фотографии, он абсолютно как бы не признавал никого, вот снимал по старинке, он снимал такой, как бы, даже когда появились лейки, да, он снимал старые камеры, которые требовала с длинной выдержкой, то есть которая требовала от людей, чтобы они замерли на минуту и все-таки позировали, да, то есть там есть этот элемент позирования, там есть как бы первый портрет он делает, потому что он живет в этой области, он снимает своих соседей, он снимает тех, кто требует, кто нуждается в этой фотографии, и при этом он начинает собирать свою коллекцию вот этих типажей, которые уже уходят, да, вечных типов, вечных крестьянских типов, поэтому они названы пока что не по профессии, они названы очень метафорически, это человек почвы, да, и женщина, которая вот, они организованы парами, это почти Ноев ковчег, да, где должен быть не только человек почвы, но и женщина, которая представляет почву, где представлены вот три поколения одной семьи, да, где есть вот такая замечательная патриархальность, ощущение того, что это, как бы, что это люди, с одной стороны, вечные, да, с другой стороны, что это типы уже уходящие, есть замечательный
вот это старинное позирование, есть как бы их укорененность в почве, укорененность в истории, поэтому важно, что это поколение, хотя, собственно говоря, ну, поколение это было обычай фотографироваться семьями, то есть пока что ничего не привносит в то, как, в то, что требуется от фотографирования. Есть детишки, как бы вся вот этнография, которую он добавляет, да, что это не просто все время некие названия, хотя бы тут еще пока есть название, что это не просто чета крестьян, да, чета фермеров, что это гармония и благополучие, да, что, как бы, что это не просто крестьянин, что это мудрец и мудрая женщина, поскольку это пока что принцип вот этой как бы Ноева ковчега, где должны быть читами, как бы, где все типажи должны быть парными. Он, среди них есть философы, да, есть философ и философиня, да, и в данном случае эти подписи абсолютно не значат, что он как бы что это не профессия этих людей, это крестьянская женщина, которая вряд ли была профессиональным философом и писала книги, но в этот момент для него важно, что в этом как бы что в этом мире крестьянском, так же как этот человек не был революционером, и эта дама тоже не была революционеркой, активисткой, но для него важно, что среди что в этих крестьянских типах, вечных типах, архаических типах, содержатся как бы все типы человеческого поведения, что они архетипичны, что среди них есть мудрецы, философы и революционеры, потому что это базовые категории человеческого существования, и всех их можно найти вот в этих самых вечных типах крестьян, да, людей почвы. Вот. Но при этом, конечно, эти самые как бы, люди почвы также оказываются чем-то при всей их архаичности, они тоже меняются, они тоже подлежат изменениям. И Сантер фиксирует эти изменения, они по-другому позируют, эти, как бы, они уже там одеваются, как называется, во все кабеднишное, к свадьбе, они позируют с диадемами. И такой как бы, ключевой для этого периода, для его, так сказать, крестьянского цикла считается фотография «Молодые фермеры», представляющая таких троих молодых людей, которые отправляются на танцы в соседнюю деревню, как считается, они идут по горам, они как бы страстями, но при этом они одеты как горожане, как джентльмены. И позы их, которые они принимают, позируя фотографу, это позы с реклам того времени. Они не хотят оставаться вот этими вечными крестьянами, они хотят быть современными, насколько эта современность, какой тогда была современность, вот они страстями. Вообще считается, что на самом деле за это, что все не так просто, что они не, что как бы выяснилось все-таки, кто эти люди, что они не были крестьянами, они были шахтерами, да, но все равно как бы что они не но все равно вот это желание как бы эти изменения, которые в них происходят, то что они то что этих людей этих как бы затрагивает мода, они хотят быть модными, они хотят принадлежать современности, они да действительно выглядят очень модными, и вот эти как бы это тоже крестьяне, да, это тоже вот эта чета, которая выглядит почти карикатурной в том, насколько они люди уже другого времени, насколько они хотят быть в современности. И как бы, что никаких, как бы в этот момент выясняется, что никаких вечных типов не существует, что все люди принадлежат своему времени. И поэтому возникает, вот как бы 26-й год, молодые крестьяне выглядят уже вот так. Вот это замечательные такие вот, очень примадненные люди с велосипедами, которые абсолютно не похожи на тех людей почвы, да, с которых начинается этот самый цикл. Так что как бы все, что происходит, у всего, что происходит, есть лицо, говорил, у всех перемен, которые происходят, у всего, что происходит в обществе, в социуме, есть лицо, говорил Сандра. Вот это самое лицо перемен, лицо меняющегося общества, он пытается снимать. А он снимает, действительно, он снимает типы. И типология тогда в эпоху, в которой он работал, была достаточно популярна наукой, поэтому появляются вот такие, действительно, это даже как бы человек, про которого понятно только то, что он венец. Да? И да, это действительно такой почти карикатурный тип идеального венца, как он носит шляпу, как он одет, как он немножко неловко позирует, пытаясь быть, вот, выдать всю ту порцию, видимо, элегантности, которая от него требуется, поскольку он воплощает венца. Вот, тогда же появляется при этом как бы среди
этих типов появляется, например, криминальный тип. И как бы сама эта фотография, само это понятие криминального типа, что это такое, отсылает, наверное, к той моде, достаточно сомнительной моде на физиогномику и типологию, которая появилась в XIX веке. И в Германии в первой половине XX века, в общем, привела довольно печальные последствия. Но понятие криминального типа отсылает, наверное, к трудам криминалиста и психолога Чезаре Ламброза, который предполагал, что криминальный тип — это не человек, который совершил преступление, что вот там, не знаю, по форме ушей можно вычислить, что этот человек обязательно совершит преступление, поэтому его лучше заранее изолировать от общества. Ламброза же написал не менее сомнительную книгу про то, что гений сродни безумия, и что все гении были безумцами. И как бы это все XIX век, но понятно, что именно идеи Ламброза, в общем, очень были развиты нацистами в Германии, поэтому появляется вся эта идея, что существуют изначально неполноценные люди, и что криминальный тип — это не человек, который совершил преступление, а человек, который предрасположен к совершению преступления, и его внешность, само строение его черепа говорит о том, что он рано или поздно совершит преступление. И вот по поводу персонажа на этой фотографии, собственно говоря, неизвестно, он кто, он заключенный, он совершил уже преступление, или он человек, обладающий той внешностью, которая подпадает под категорию криминального типа, и от него мы будем ждать этого преступления. Вот. И вообще идея про типологию, про то, что появляются новые люди нового времени, это действительно одна из идей, очень популярных в Европе, ну и в Германии того времени. Новое время, ощущение новых лиц, новых людей, которые появляются, оно было, с одной стороны, это было там, в зависимости, в том числе, от политических предпочтений, по-разному трактовалось, все были согласны, что лица меняются. Для кого-то приход современности был утратой индивидуальности, утратой оригинальности, что как бы приходит масса, что новый человек, современный человек, безлик и нивелирован. И вы знаете, это довольно популярное представление, вот когда даже на бытовом уровне вспомните, как часто вам кто-то предлагал посмотреть на старинные фотографии, там, дореволюционные, например, русские, со словами «таких лиц больше нету». Что неправда, потому что лица такие же, люди по-другому одевались, и была другая техника съемки, люди по-другому позировали, лица, в общем, никуда не такие же. Но вот это представление, что раньше были другие люди и другие лица, и что сегодня, как бы, всегда предполагаю, что таких лиц больше нету, что сейчас лица хуже, да, как бы, что человечество деградирует, вот эта вся идея появляется, как раз вполне складывается в тот момент, когда Зандер начинает делать фотографии, создает свой проект отчасти с целью выяснить, изменились ли люди или нет, утрачивается ли индивидуальность или нет. И как бы другой вариант, да, что один вариант, что как бы это у нас закат Европы, у нас как бы утрата индивидуальности, приходят безликие массы, появляется вся экспрессия, как бы живопись Декирика, живопись новой вещественности, образ человека-манекена, безликого человека-толпы. С другой стороны, появляется идея, что да, появляются массы, но масса — это революция, и масса — это новый мир. И Зандер был как раз, наверное, как бы был между двумя этими прочтениями, как бы и прочтением левым, что приходят эти прекрасные массы, да, и прочтением правым, что масса — это то, где стирается безликий, человек стирается в толпе. Собственно говоря, он, наверное, своим проектом опровергал обе эти достаточно упрощенные концепции, показывая вот этих вот новых людей. 20-й год, авиатор, я думаю, что это один из самых там новых и модных персонажей того времени, учитывая культ авиации, который был там в футуризме, например, и русском, и итальянском. Но рядом с ним существует вот такой вот абсолютно буржуазный нотариус, как бы, тоже как такой вечный тип, совершенно замечательным доберманом. Существуют доктора, тоже вечный тип, как бы городской, причем доктора разные, там, может быть, и как бы
такое. Обычный доктор, могут быть какие-то люди, практикующие нетрадиционную медицину, там магнетотерапию, траволечение, да, вот какие-то. А есть полицейский офицер тоже какой-то абсолютно, потому что какой же без него каталог типов общества. Есть кузнецы, есть вот эти вот представители рабочего класса, достаточно героизированно снятые, да, они вполне могут быть, ну, с плаката, да, вот такие замечательные рабочие. И одним из первых оценил, как бы, фотографии Зандера оценил Вальтер Беньямин, немецкий философ левых взглядов, который сравнивал его снимки с работами с советским кино того времени, с Эйзенштейном и Пудовкиным. Он говорил, что на фотографиях Зандера впервые появляются люди, которые никогда не нуждались в том, чтобы получить свои фотографии, да, потому что сама по себе привычка фотографироваться, иметь свой портрет – это буржуазная привычка, а он первый начинает снимать тех, кто не имел обыкновения ходить, позировать фотографу. Да? И вот эта сила этих новых лиц, как бы лиц, которые не нуждаются в том, чтобы иметь собственную фотографию, это то, что, как бы, то, что привносит Зандер. Создавая каталог этих лиц, вот, как бы, самых разных, да? Вот появляются эти типы, действительно, пока что рабочих, появляется вполне... плакатный человек и машина, когда вот эта идея, что новый человек нового времени существует уже в симбиозе с этой машиной, эта идея как бы близкая там, такому, если в отрицательном варианте Метрополиса, если в положительном варианте Баухауза. Да, вот, как бы, вот, и при этом появляются представители уходящих ремесел. Да, вот такой замечательный горшечник, странствующий плотники, да, которые, это традиция, которая идет со средних веков. Да, что, как бы, люди, получая обучающиеся мастерством, какое-то время должны жить как странники, ходя по городам и селам, и предлагая за кров и еду свои услуги, пока они не получат свой профессиональный статус. Очень смешно, что эта традиция сейчас возобновилась. Я таких живых сама видела. И это вот какое-то странное возвращение к другим типам. Они также одеваются. Вот, возникает каменщик, да, строитель. И одна из самых знаменитых, может быть, фотографий Зандера, вот такой вот, как кондитер, да, фотографии, в которых как бы, вот здесь действительно абсолютно все они подписаны своими профессиями, и все они предполагают, что это не индивидуальность, а тип, да, вот тот же самый тип, который может быть криминальный тип, может быть профессиональный тип. Эта фотография, да, эти, может быть, одни из самых знаменитых фотографий Зандера, они настолько типы, да, что они даже похожи на собственные инструменты. Да, как бы кондитер выглядит абсолютно подобен этой самой миске, в которую он мешает тесто или что он там мешает. Строитель такой же квадратный, как кирпичи, которые он укладывает. И, как бы, и, собственно, это идея типа, что они не типы, они почти аллегории. Да? Но при этом это вопрос, а все ли кондитеры и все ли строители настолько похожи на орудие своего труда? Насколько они типичны или насколько они просто характерны? Как бы он выбирает идеального кондитера, он выбирает самого распространенный тип кондитера. Вообще, насколько эта идея типа, от которой вроде бы исходит Зандер, на самом деле существует. Вот. И дальше там действительно вот все эти, как бы, все возможные профессии, все те люди, которых до этого никогда не фотографировали, да, как выглядят, как, очень разные, как выглядит официантка, как выглядит уборщица, как выглядит разносчик, контрабандных, по-моему, все-таки сигарет, как выглядит вот такой вот персонаж, это конферансье, а не бандит, как я сначала подумала, как выглядит вот такая вот, значит, тоже одна из самых знаменитых фотографий Зандера, секретарша на радио, абсолютная икона стиля, да, потому что она как невероятно одета. И на радио, на котором Зандер вел передачи, потому что он был настолько, к 30-м годам настолько знаменит уже, что он был одним из немногих, я думаю, уникальный первый фотограф, который на радио в Германии ведет передачи, рассказывает об искусстве фотографии. Думаю, что эту девушку он там нашел. Вот, как выглядит, тоже один из очень редких у Зандера снимков, не немцев, да, как появляются первые мигранты, как появляется вот этот турецкий торговец, продающий
мышеловки, да, насколько я понимаю. Вот как бы такой тип. Насколько этот еще пока что экзотический персонаж также должен пополнить эту категорию типов. Да, в это, как бы, насколько, если кто-то оказывается типом, а не просто отдельно взятым человеком, это значит, что он, наверное, вписан в некий порядок, что он здесь не лишний, что он не выпадает из структуры общества, которое поделено на эти самые типы, что он не случайный персонаж, он не атипичный, не исключение из правил, он один из тех, кто образует это правило. И правила, как бы, к обществу таковы, что в этом обществе типичной фигурой, а не исключением из правил, будет в том числе и безработный. Вот этот самый безработный моряк, который при этом абсолютно моряк, вот каким он должен быть там в театральной постановке. Да, вот как бы он выглядит, он всеми силами вот эту свою типичность демонстрирует. Как выглядят представители студенческих братств, да, немецких студенческих братств, которые все здесь, как и полагается, как-то мало того, что одеты в какие-то специальные ритуальные одежды, они покрыты шрамами, потому что им полагалось участвовать в дуэлях и иметь эти шрамы. Это как бы уже в 20-е годы существующая традиция, восходящая, наверное, к 18 веку. Вот эти представители этой традиции типичные, да, потому что это старинная традиция, до сих пор существует, и он их снимает, и они с большим удовольствием позируют. И еще как бы то, что очень интересно у Зандера, да, он не менял камеру, он снимал не так, как снимают постановочную фотографию, а так, как снимают фотоателье, да, и как бы про него Сьюзен Зонтг, по-моему, сказала, что это такая помесь хорошего полицейского и плохого студийного снимка, да, вот когда на белом фоне фронтально человек смотрит в камеру. Но, наверное, там была как бы все-таки там был элемент, естественно, сотрудничества с его моделями, как бы они позируют, они позируют так, как они хотят себя увидеть. Это никогда не врасплох, это всегда каким образом человек хочет показать себя, как он позирует. И снимки Зандера как бы на протяжении времени очень меняются, потому что не только меняются типажи, меняется то, как люди позируют. Если в той же самой крестьянской серии вот эти семьи с детьми в три поколения статично стоят, боясь шелохнуться перед камерой, то три фермеры, отправляющиеся на танцы, изображают внезапность, да, что их окликнули, и они так повернулись на фотографа, хотя им нужно было простоять минуту, по крайней мере, да, вот в этой позе внезапно развернувшегося человека. Да, они уже пытаются быть, изо всех сил пытаются быть естественными. Вот как позируют эти студенты. И вот какие другие появляются студенты. Это тот же год, да, 25-26, вот есть эти представители студенческих братств. Есть вот такой молодой интеллектуал, есть вот такой вот студент философии, уже как бы это сын Зандера, который он представляет, пока что здесь не как мой сын, а вот студент философии. Молодой человек крайне левых взглядов, и вообще как бы круг общения Зандера состоял в основном из левых интеллектуалов. Вот появляются студенты рабочие, тоже как бы уже такие левые абсолютно, как они по-другому смотрят в камеру, как они не боятся там, быть взъерошенными, уверенными и обиженными, и вызывающими одновременно. Вот такой замечательный тоже представитель молодежного движения. Как бы, и в какой-то момент, да, как бы тот каталог персонажей, который начинает создавать Зандер, это перепись населения, это перепись не только профессиональных типов, да, это перепись различных идеологических типов, да, что есть правые, есть левые, и тот же Беньямин, когда он писал о Зандере, он писал, что, как бы, что проект Зандера — это учебник, да, что это учебник, по которому нужно научиться распознавать эти различные типы, что это огромная учебная, как бы, научная работа, эти классификация. И в том обществе, в котором мы существуем, это пишется в 20-е годы, в обществе, в котором постоянно меняется политическая обстановка, нужно обладать этим учебником, чтобы распознавать эти типы, да, идеологические. Даже если тебе не важно, вне зависимости от того, правый ты или левый, ты должен обладать этим умением, и ты должен отдавать себе отчет, что тебя будут точно так же распознавать, как своего чужого, левого, правого,
принадлежащего к тому или иному классу, что это то, что необходимо в том обществе, которое складывается. Да? Почему это может быть общество коммунистическое, это может быть, в котором нужно, это, в котором это будет позитивно, это может быть общество национал-социализма, в котором, конечно, это прочтение, раскладывание по типам и категориям и опознавание в каждом человеке, к какому роду, да, к какому типу он принадлежит, будет неизбежным. Да. Вот. И вот, собственно, вот эти типы различных как бы не классовых ролей, вот как бы демократ, представитель парламента, как он выглядит, как он позирует. Вот как выглядит индустриальный магнат. И в это время там фотографии Зандера очень критики и друзья очень рекомендовали для осмотра, для изучения художникам того времени, да, потому что это была эпоха, когда немецкое искусство приходит к новой вещественности, к фигуративности. Я думаю, вы можете вспомнить работы Отто Дикса или Георга Гроца, это тоже время, это тот же контекст работы, где типы Веймарской республики достаточно часто представлены почти настолько заостренно, что почти карикатурно, или не почти карикатурно, как, собственно, у Гроца, который рисовал карикатуры. И Гроца говорит, если ты хочешь нарисовать индустриального магната, посмотри фотографии Зандера, чтобы понять, как они на самом деле выглядят, эти люди, потому что это, в общем, вряд ли те люди, с которыми пересекаются художники в обычной жизни. Вот, как выглядит аристократ, как выглядят представители власти, что это за типы, как они существуют. Вот, но наряду с этим, как бы, с этими представителями более-менее традиционных страт общества, да, потому что крестьянин, ремесленник, рабочий, полицейский и так далее. Это, в общем, как бы это то, что аристократ, это то, что существует, наверное, это более-менее традиционная структура общества. У Зандера появляется целый отдельный раздел, посвященный художникам, посвященный богеме. И богеме, как это не категория относительно, социальная категория относительно новая. Да, это слово богема появляется в конце XIX века, в середине XIX века, и то, что это как бы богема, это отдельная, как бы отдельная отдельный общественный слой, который важен для этого общества, без которого это общество не может функционировать. Это тоже достаточно новая идея, потому что почему во всей этой классификации, да, этих томах, которые собирался создать Зандер, в котором собирался разложить свои тома, по которым портфолио, по которому он собирался разложить все лица XX века, почему там наряду с крестьянами, профессиональными типами, женщинами, да, существуют художники, потому что художники оказываются не исключением из правил, не маргиналами, не эксцентриками, а чем-то, что неразрывно связано с вот этой типологией общества. Без этой категории тоже как бы это картина мира, картина человечества оказывается неполной. Они оказываются не исключением из правил, а тем, что создает новое правило. И вот этих как бы богемных людей он как бы снимает. Он снимает портреты художников. В это время он живет в Кёльне, и его кругом общения является как раз круг художественного объединения того времени. Это художники, представители вот этой самой новой вещественности, художники фигуративной и реалистической и социальной живописи. И художники исключительно левых взглядов политических. Он как бы делает их фотогалерею. Опять-таки показывает то, как, опять-таки, я думаю, что очень интересно, что во многом сами они выбирали то, как они будут позировать. Что вот этот человек хочет, как традиционный художник хочет позировать на фоне своей картины с кистями в руках. Это вот при всей как бы нетривиальности его типа. Это очень традиционно, как должен выглядеть портрет художника. С палитрой, с кистями. Он с ним фотографирует, да, знаменитости того времени, Отто Дикса, замечательный портрет, как раз в котором ничто не указывает на то, что он художник. Он как раз не хочет позировать как традиционный художник. Этого художника он снимает
повторяя мизансцену его автопортрета живописного в такой же шляпе, на такой же пустой улице. А дальше он снимает просто вот опять-таки типажи, что такое эти типы этих людей, что такое эти, как они выглядят, а не как они себя репрезентируют. Вообще тут художница появляется с расписанным лицом, мода, которую, по-моему, русские футуристы ввели, вот эти самые как бы, рисунки на лицах. Появляется жена художника, как тоже совершенно отдельный тип женщины, совершенно замечательная, которая вот первый такой очень провокативный, андрогинный тип, она в брюках, которые, по-моему, тогда постепенно начинают распространяться, как женская одежда с сигаретой, с зарезанными волосами. И это ее как бы... Интересно, что он делает фотографию той же женщины, да, но для другой категории. Да. Вот эта фотография как бы для тома, который посвящен артистам, да, который посвящен художникам, а эта фотография для тома, который посвящен женщинам. И один и тот же персонаж может в зависимости от контекста, вот, либо он в ней выявляет вот эту предельную богемность, провокативность, либо он в ней выявляет традиционное, да, это женщина с ребенком. Это как бы абсолютно другая категория, в которой она может оказаться. Ну, жена художника выглядит вот так вот, жена архитектора выглядит вот так вот. Опять-таки, как бы из этого не следует, что все жены художников, хотя из этого очень хочется вывести, сделать вывод, что все жены художников такие андрогинные, провокационные персонажи, а все жены архитекторов элегантные красавицы более конвенциональной внешности, поскольку если уж у нас типология, то, видимо, это должно следовать. Это персонаж, который тоже у него попадает в разные категории, Рауль Хаусман, которого он представляет как изобретателя и дадаиста. Они дружили, Хаусман много чем занимался, писал стихи, делал замечательные дадаистские фотомонтажи и объекты. И занятно, что у Зандера дадаист не является художником. Дадаист не художником, не архитектором. Да? Дадаист – это отдельный род деятельности, вот, который тогда появляется. Вот он изобретатель и дадаист. И тоже он в разных контекстах там появляется. Это, по-моему, контекст, который посвящен горожанам, а не портфолио, которое посвящено художникам. Да? Вот, как бы, тут тоже он как бы, в самые разные категории под категорию этого очень колоритного, да, человека включает. Вот, как композитор, киноактеры, и арт-дилер, потому что какая же богема без торговца искусством, без галериста. Вот, и вот такие вот персонажи, которые, в общем, вечеринка художников, да, такая последняя, как бы богемность как богемность. Вот, и там, художник за работой, художник, рисующий портрет боксера. Боксера, который Зандера тоже появляются среди лиц 20 века. Бокс – самый, наверное, популярный, харизматичный и модный спорт того времени. Бокс с очень разными коннотациями, да, потому что бокс – это может быть спорт джентльменов, бокс – это могут быть подпольные боксерские клубы. В общем, очень многие художники – это возможность увидеть насилие, вот эти разбитые носы, вот как бы такую брутальность. Ну, в общем, один из самых модных спортов эпохи. Он снимает двух вот этих персонажей, которые чаще всего были соперниками на ринге. Он их не называет, но это такие спортивные звезды того времени, соперники, которые постоянно сражались друг с другом, и здесь, в общем, по-моему, очень развлекаются от этой ситуации. И как бы это уже другая категория, которая у него появляется, категория еще более чем маргинальных, чем некогда богема персонажей, это том, в котором озаглавленный город, да? Потому что в городе встречаются всевозможные те, кто был аутсайдерами, да, те, кто в отличие от крестьян не привязаны к земле, те, которые как бы это место странников, и одними из таких странников оказываются циркачи, и целый цикл съемок Зандера посвящен цирковым актерам. Вот такая вот замечательная фотография единственной, по-моему, героини, которая больше всего врасплох застигнута, которая меньше всего позирует, маленькая девушка в цирковом фургончике. Да? И этот цирк, который он снимает, это немецкая ветка американского цирка Барнума,
который тогда, это циркачи, которые тогда путешествуют по Германии, странствующие, где впервые, да, оказываются не оказывается темнокожие мужчины экзотические, да, это одна из немногих, и это лицо тоже может оказывается, это другое лицо, это разнообразие, которое тоже появляется среди лиц нашего времени. Это пара, это муж и жена, и такая очень, я думаю, что предельно эксцентричная для того времени пара, но снятая они абсолютно какой-то замечательной обыденности, как они сидят со своими бутылками с пивом, да, при буржуазно накрытом чайном столе, да, и как в них нету как бы ничего экстравагантного на самом деле, что это не какая-то история про там белокурую немку и загадочного темнокожего странника, как бы это, как это могло бы быть на других картинах или в кино того времени, совершенно обыденная обывательская чета, которая позирует фотографу. И в самой обыденности этой фотографии есть, конечно, какой-то невероятный, я думаю, прорыв для того времени. Вот этих и там по одной из... В одной из подписей они подписаны индийский почему-то или индейский мужчина и немецкая женщина. Там как бы это одна из существующих подписей к этой фотографии. Ну, вот все эти всевозможные циркачи, которых он снимает их тоже как что-то отныне являющееся не исключением из правила, а частью правила. Это не, как бы, это не эксцентрики, это опять-таки типажи. И если это тип, а не случайность, то тип — это закономерность. Циркачи, богема оказываются такой же закономерностью, как и нотариусы, полицейские. Они все являются лицами этого века, они все являются частью этого порядка, да, который, как бы, любая классификация — это попытка навести порядок. Вот. И такой же частью порядка, да, такой же попыткой закрепить то, что не закрепляется, закрепить странников и бродяг внутри вот этой самой замечательной, расписанной, упорядоченной системы мира. Там оказывается бродячий актер с медведем, и медведь тоже как бы оказывается частью портретом. Оказываются бродяги, такие как бы оказываются цыгане, которых Зандер снимает одним из первых. Цыгане такого как бы вполне себе оперные, очень позирующие. Это цыганский оркестр, на самом деле, как бы они тоже в большей степени богемы, чем и профессиональные, чем аутсайдеры. И оказываются действительно те, кто вытеснен из общества, это безработные, это карлики и карлицы, да, то есть он тоже находит им, как бы, находит им подобных, да, и это последний том, как бы город, и последний том, посвященный, собственно говоря, под последним людям, тем, кто оказался за пределами структуры, тех, кто вытеснен за пределы иерархии, за пределы существующего порядка, и которым Зандер тоже находит место в этом порядке, в этой классификации. Он снимает инвалидов Первой мировой, судя по всему, да, он снимает шахтера, потерявшего ногу, наверное, во время несчастного случая, он снимает как бы всех этих, он как бы находит каждому из этих людей место в своей классификации, место в этом порядке, да, который наводит. Они все лица этого времени, они все часть Германии, да, часть того населения, перепись, которую он ведет, снимает он их абсолютно нейтрально, да, он их, как бы, нельзя сказать, что он изумляется им, как Диана Арбус, и в этом, конечно, его отличие от Дианы Арбус, потому что она снимает каждого, кого она снимает, как исключение из правил, как опровержение правила. И замечательное определение, чем они похожи, что они оба, Диана Арбус в смысле Август Зандер, что они оба не перестают удивляться многообразию человеческого рода, но при этом как бы для Диана Арбус, каждая, кого она снимает, это исключение из правил, даже если это очень буржуазная дама, в ней тоже нужно найти эксцентричность, да, фриковости в том, в чем она исключение из правила, не правило. А для Зандера все являются правилом, да, каждый является типом, даже обитатель
пациент дома для душевнобольных. Это тоже не исключение из правил, это тоже еще одна категория, еще один тип, который включен в общую картину мира. И и смерть, да, тоже сюда включается, но эта фотография, парадоксальное название, она называется «Материя». Чем мы, когда человек выпадает из общества, чем он становится просто материей. Да? Поэтому это фотография, напоминающая отчасти вот эти викторианские посмертные снимки, при этом в ней нет ни сентиментальности, ни мистицизма вот за счет этого названия. Да? Это просто материя. Каким образом можно дробить общество? Да? Что является, каким образом можно снимать типы, снимать частности? И одна из таких подсерий, которые он делал, он снимал не насколько человек представляет целую категорию людей, насколько какая-то отдельная часть человека представляет ту же категорию, какие могут быть виды рук, да? Насколько не только лицо может говорить о человеке, его социальном статусе, его вписанности в эти категории, насколько руки характерны для представители той или иной профессии, характерно такие, только такие руки могут быть у актера или нет. Это особенность профессиональная, это особенность именно этого человека. Да, что могут она сказать? Насколько ухо 50-летнего человека отличается от уха 45-летнего человека? Что такое вот эти глаза, которые он снимает? Один из этих глаз – это глаз его дочери. То есть каким образом можно дробить человечность, каким образом, руки фотографа и его брата в данном случае, по-моему, и каким образом люди могут объединяться. Да? У Зандера, собственно, все его фотографии – это довольно редко групповые снимки, это, как правило, один или два человека, но, тем не менее, каким образом эти единицы общества, да, единицы общественного социума, единицы народа объединяются вместе, его тоже интересует, он снимает разные, можно сказать, разные типы событий, разные типы объединений. Это может быть религиозная процессия, это может быть демонстрация левых. И да, в 1937 году, естественно, тип организации общества, который невозможно было не заметить, это были национал-социалисты. И национал-социалисты тоже попадают в категорию лиц нашего времени, которые Зандер снимает. Снимает также для этого каталога, потому что это тоже пока что не исключение из правил, это правило. Снимает без осуждения, так же, как и всех, да, без осуждения, без отвращения, без карикатурности, констатируя, что эти лица тоже есть. При том, что его, собственно, судьба при национал-социализме была достаточно трагической. Его подготовленную книгу «Лица нашего времени» конфискуют уже отпечатанные экземпляры, сжигают и разбивают негативы. Ему удалось сохранить небольшое количество негативов, потому что для нацистской идеологии, конечно, такое лицо нашего времени, такой немецкий народ, который включает в себя инвалидов, цыган, богему, циркачей, был неприемлем. Неприемлем именно потому, что эта картина абсолютно объективная и абсолютно никак не иерархизированная, потому что то, что есть в работу Зандера, да, он снимает абсолютно всех, но он делает классификацию, но не делает никакого обобщения. Он не расставляет их по порядку. И он говорит, что он не хочет никак не оценивать, не описывать даже тех людей, которых он снимает. Он просто констатирует, это бесконечная коллекция, которая пополняется новыми лицами, и каждое новое лицо, каждый новый герой оказывается типом, оказывается еще одним правилом, еще одной категорией, которую он создает. И поэтому последняя работа сделана в 30-40-е годы в этой коллекции, они достаточно двусмысленно, потому что он снимает портреты нацистов, он снимает портреты евреев, жертв преследований, которым удалось уехать, и он снимает политических заключенных. Причем политических заключенных снимает не он, а снимает по его просьбе и под его руководством его сын, который этот самый молодой студент, коммунист, который оказывается в тюрьме, который умирает в тюрьме.
И он там как бы там снимает для него вот этих самых людей. И это единственные люди, которые у Зандера, которые сняты без одежды, да, когда все социальное, когда все вот как бы одежда как представление о социальном статусе, когда одежды они лишены, когда это абсолютно вот человек без статуса, человек, который не является, которого довольно сложно определить как тип, потому что все типичное, все, что является принадлежностью к обществу, с него снято, да, с него содрано. Он как бы. И при этом, собственно, один из последних, один из снимков, который он делает, это он не может снять своего сына, он делает фотографию его посмертной маски. Это единственный как бы, такой портрет, не портрет, который ему приходится делать. И во время Второй мировой войны он и до этого, он, конечно, он как бы возможность продолжать этот колоссальный проект, продолжать каталогизировать, продолжать эту перепись населения, это описание лиц нашего времени, лиц немецкого народа, оно, он как бы не может это больше делать, это, он оказывается лишен этой возможности, он не покидает Германию, он как бы он вообще один, только один раз в жизни выезжал за границу. Он ездил в Италию, в Сардинию, тоже фотографировал там, но все эти фотографии, которые он там сделал, никогда не были изданы. То есть это был проект книги, поэтому действительно Зандер остается таким как бы переписчиком, именно документирует именно то, чем был народ Германии между двумя войнами, как бы во время, отчасти во время Второй мировой войны. Он очень и в 30-е он как бы начинает снимать пейзажи, но он как бы их довольно постоянно снимал, но в какой-то момент, поскольку он не может снимать вот этот свой концептуальный проект с портретами, он начинает снимать, он продолжает снимать ландшафты. Ландшафты вокруг Кёльна, да, снимает Рейн. Ландшафты, которые тоже хочется узнать, они меняются во времени или не меняются? Это нечто среднее между ландшафтами. Как бы он пытается найти... В этом ландшафт может быть лицом времени. На ландшафте есть отпечаток эпохи, или это вот этот вечный романтический немецкий пейзаж, который он показывает, да, пейзажи, в которых у него как раз появляются все-таки это элементы промышленной архитектуры, но которые, в общем, не только он тогда фотографировал, появляется вот такая вот совершенно новая баухаузовская почти архитектура, которую он тоже снимает, в общем, не делая большой разницы между этой новой архитектурой и старой архитектурой, это просто еще один вид. Причем вот это новое, как бы новое промышленное сооружение он снимал довольно рано, в 2013 году он сделал один из снимков, только-только тогда построенный в монорельсе в Опертале, одного из таких довольно знаменитых немецких сооружений, которое потом... Потом было больше всего известно, потому что это фильм, да, «Лиса в городах», где вот это такое ретро-футуристическое как бы, сооружение снимается. Вот, снимает такую вот, как бы, более традиционную, да, там, Германию трудно себе представить, снимает промышленную архитектуру и снимает, в конце концов, то, как это архитектура, и то, как это Германия, как это лицо страны, лицо времени, опять-таки, оказывается искаженным войною. И после войны, первая книга, которая у него выходит в Кёльне, это то, каким это было до войны, и фотография, запечатлевшая, собственно говоря, войну через разрушение, через то, как не только через портреты жертв, да, но и через разрушение страны. Вот, и один из последних как бы, снимков, которые он делает, как бы один из последних портретов, это, как ни странно, опять-таки портрет крестьянина, который засеивает поле, портрет, фотография, в которой он как бы странным образом возвращает к самым ранним его вещам, возможно ли заново начать засеивать поле, возможно ли заново вернуться к этим самым архетипам крестьянским и заново начать выстраивать вот эту перепись населения, перепись страны, ну, проект как бы как такой перезапуск, да, но насколько этот перезапуск удался, не удался, это невозможно. И вообще в этом есть какая-то в его работах этих есть двусмысленность, потому что у него, конечно, и нацисты, и жертвы, и преследуемые евреи оказываются все равно и те, и другие, и третьи оказываются частью одного порядка, и никакой возможности опровергнуть этот порядок не остается, да, потому что ни то, ни другое, ни третье не является исключением из правила, все оказывается правилом. И, конечно, работая
Зантра принят чаще всего справедливым образом, читаются в гуманистическом ключе. Он в 50-е годы, его работы отбираются для знаменитой выставки, которая впервые показывается в Нью-Йорке в МОМА, которую делает Эдуард Штехен. «Семья человека», да, это такой был грандиозный абсолютно проект, который делается после войны, после Второй мировой войны, с работами фотографов, так, сделанными во всех странах мира, да, чтобы показать, что человечество едино, что работа, у всех людей работа, что дети во всех странах дети, что любовь во всех странах любовь, да, найти вот это единство человечества, и там впервые выставляется, как бы, Зантр после этого становится знаменитым уже в мировом контексте, послевоенном, но у него-то, наверное, это самое... вот то, что задало его прочтение. Да, но при этом у него как бы то, что все-таки он снимает не отдельных людей, а типы, и что такое эти, и он снимает их без психологии, он снимает именно эту социальность, и он снимает их абсолютно как каталог, да, что этот каталог, следует только то, что этот порядок существует, но не следует ни возможность, ни необходимость, ни его поменять, ни оценка того, справедлив этот порядок или нет. Как бы, и та же, сошлюсь еще раз на Сьюзен Зонтак, которая, когда пишет о Зантре, говорит, что это при всем при том, это может быть самое абстрактное собрание фотографий, которое существует, потому что за этим нету никакого, за этим бесконечным перечислением нету никакого, как сказать, вывода из этого. Да? Это просто они названы категориями, но они никак не поделены, они никак не выстроены. Это просто некое абсолютно абстрактное собрание типов, в котором можно добавлять еще фотографии, и каждый из этих лиц будет становиться типом, и каждый из этих лиц будет оставаться индивидуальным и уникальным, но и лишенным индивидуальности одновременно, потому что имя и индивидуальность он у них не указывает. Вот, ну, следующая наша героиня — это Арин Саймон, современная американская фотохудожница, прославившаяся вот таким вот, как бы, циклом работ, который называется «Невиновные». Это проект, в котором больше от журналистского исследования, чем, собственно говоря, от постановочной фотографии, тем более от документации. Это проект, основанный на реальных событиях, но сделанный средствами постановочной фотографии. Речь здесь идет о многих людях, которых она находила и фотографировала. Это люди, которые были ошибочно осуждены, просидели столько, какие-то, иногда по много лет, да, по 18 лет, по 7 лет, будучи приговоренными там, к 47 годам заключения, пожизненно к 3000 годам заключения. Да? Эти люди, которых смогли оправдать только потому, что появились тесты ДНК. И все они были, как бы, осуждены на основании фотографий. Их неправильно опознали. Когда, как бы, велось расследование, их фотографии показывали предполагаемым свидетелям сцены преступления, и свидетели говорили: да, это он, хотя на фотографии был другой человек. И, собственно, фотография оказалась тем, вера в фотографию, вера в достоверность фотографии оказалась тем, из-за чего вера в картинки, да, оказалась тем, из-за чего эти люди провели по полжизни в тюрьме. И чудом смогли оттуда выйти благодаря как раз чему-то абсолютно невидимому — тесту ДНК. То есть это весь этот проект про то, что не надо доверять глазам, и про то, чтобы исправить урон, нанесенный фотографии, восстановить истину, которая была, нужно сделать постановочную фотографию.
нужно заменить правду, еще более, как бы, заменить неправильную правду правильной правдой, которая будет постановочной, которая будет реенактментом в данном случае. Все эти люди, естественно, добровольно согласились фотографировать. Более того, Саймон рассказывал, что для них было очень важно быть сфотографированными, потому что людей тогда, которые были оправданы благодаря тесту ДНК, было не так много. И все они, и у них у всех, в общем, не очень, несмотря на то, что их оправдали, да, что они вышли на свободу. Но вот как бы известно, что их оправдали. А дальше как бы все этот случай оправдания все забывают. И человек начинает же сталкиваться с теми же проблемами в жизни, с которыми сталкивается любой человек, вышедший из тюрьмы. Ему трудно найти работу, ему трудно получить водительские права. Никто не помнит уже, что он был невиновен, знает, что он отсидел. И поэтому как бы, они охотно шли фотографироваться, но при этом не все из них были готовы возвращаться на места преступления, потому что как бы, этих фотографий там несколько вариантов этого реенактмента. Вот кто-то снимается в том месте, в котором на самом деле было алиби, которые не учли. Кто-то снимается в том месте, где его задержали, арестовали в момент ареста и переигрывает сцену ареста. А кто-то переигрывает сцену преступления, которого не было. И вот этот самый момент переиграть сцену преступления, которого не было, вот она предлагала им сняться на месте преступления. Преступление, которое не имело места. И для многих этих людей опыт был предельно травматический, потому что они считали, что если будет фотография его на сцене, на месте преступления, то это значит, что он совершил это преступление, что опять-таки фотография будет подтверждением несуществующих событий. И как бы весь этот проект Тарен Саймон — это проект не только, который позволяет реабилитировать еще раз этих людей, который позволяет утвердить правду, в конце концов, а это проект о вере или невере в образы, да, что как бы верим мы все равно в картинку больше, чем в доказательства, и про то, что даже сами эти люди готовы поверить в картинку, и что опровергнуть картинку можно только другой картинкой, которая окажется, будучи постановочной, окажется в наших глазах такой же убедительный, как если бы речь шла о документальной съемке, о документальном свидетельстве. То есть, собственно говоря, это исследование, то, чем Тарен Саймон занимается, это исследование того, можно ли поверить в фотографию, является ли фотография доказательством, является ли фотография свидетельством, или все фотообразы, да, все картинки, которые нас окружают, а мы так или иначе живем в мире картинок, относятся, наверное, к области того, что вот сейчас называется модным словом постправда, да, что ли. Любая фотография может относиться только к этой категории постправды, но не быть свидетельством правды. Вот. Следующая серия, которую она делает, серия «Don't Fiction», серия, напоминающая такую как бы самую банальную серию журналистских фотографий, то, что снимали все в это время. Те герои, которых все снимали, те места, которых все снимали, те как бы события, да, это то, что снимали, я думаю, что то, что за тот период времени снимали как бы фотографии тех людей, мест и событий, которые обходили все средства массовой информации. А то, что делает Тарен Саймон, это то, как бы то, что она снимает их абсолютно антижурналистским образом. В них нету в ее съемках, ее съемки вырваны из сюжета. В них нету никакой отгажированности, которая есть в журналистском фото, в них нету эффектности. И сама она говорит, что для нее было принципиально важно, чтобы между этими фотографиями не было никакой связи, чтобы зритель сам решал, важны для него фотографии эти или не важны. Видит он что-то за этим местом, или говорят ему что-то эти образы, знает он, кто эти люди, или не знает. Что это абсолютно антижурналистская фотография, что надо в какой-то момент попытаться показать тоже и тех же, кого показывают и снимают все, вне контекста, и оставить за зрителем, наконец, выбор, интересны ему на самом деле эти люди или неинтересны, интересны ему на самом деле эти места или неинтересны. Что такое, что будет, если прервать, собственно говоря, вот этот журналистский поток манипулирования образом, как показать эти образы, не манипулируя ими. Это
каталог, да, но каталог, вот если не собрать все картинки, а переснять их заново по-другому, какие образы будут, и принцип каталога, принцип собирательства, да, принцип коллекции образов, это тоже это один из принципов проектов Тарин Саймон, проект, который она ведет с 2006 года, проект называется «Черный квадрат», посвящен он, естественно, Малевичу, и как бы идея в том, что она берет несколько, каждый раз одно и то же кадр, да, фотографию в точных измерениях черного квадрата Малевича, и на фоне этого черного квадрата помещает тот или иной предмет, помещает его как в капсулу времени, которая кажется значимым. Что может, что на наших глазах то ли проваливается в эту черную дыру, то ли появляется из нее. И сам выбор этих сюжетов, сам выбор этих предметов, которые она помещает на фоне черного квадрата, он как бы одновременно и закономерен, и экзотичен. Они все интересны, но между ними нету никакой связи. Так один из черных квадратов должен быть окажется в этой рамке только через 1000 лет, потому что он сделан из радиоактивных материалов, и только через 1000 лет эти радиоактивные материалы перестанут быть опасными. И вот тогда их достанут из того хранилища, где они хранятся, а хранятся они около Сергиева Посада, около Москвы. И поместят в эту раму вместе с посланием человечеству, которое Тарин Саймон оставила, да? Пока не кончится как бы распад этих продуктов. Но это может быть фотография птички, которая, это несчастная птица, которую держат в неволе, которые в неволе начинают страдать, начинают выщипывать себе перья. И это как бы новый некий синдром, которым страдает именно птица, оказавшаяся в неволе. Вот она фотографирует эту птицу. Она фотографирует предмет, который был заключен в другую капсулу времени, в капсулу времени, оставленную на Нью-Йоркской всемирной выставке в 1939 году. Это книга, посвященная английскому языку. Это книга, которая пытается запечатлеть английский язык таким, каким он был в 1939 году. И наверняка не будет через 1000 или через 5000 лет. А книжка эта может храниться 5000 лет. Чтобы через 5000 лет люди узнали, каким был английский 20 века. Точно будет другим. Это «Привет из России», это «Синие ведёрка» из акции «Синих ведёрок». Это тот белый цвет, которым является цвет мироздания, скорее всего, если изучать, на какой свет больше всего реагирует человеческий глаз. Это пистолет, первый пистолет, который был распечатан, можно было распечатать на 3D-принтере у каждого. И его чертеж, по которому его печатали, скачали из интернета какое-то невероятное количество раз, после чего потребовали все-таки этот чертеж из интернета убрать. Вот, это первое издание протоколов сионских мудрецов. Это устройство, которым снабжают машины в Южной Африке, когда твою машину вместе с тобой пытают, когда на твою машину нападают, можно выбросить вот такой вот огненный поток, который тебя, ну, если ты находишься внутри машины, да, можно отстреливаться пламенем. Это одно из первых изданий. Это письмо, почему была отвергнута, не принята в печать рукопись Джорджа Оруэлла «Звероферма». Да? То есть это самые разные свидетельства как бы того, что является частью современной истории, что сохранится в капсуле времени. И, собственно говоря, как бы, что сохранится в капсуле времени, это выборка такая же случайная, как и то, что вообще сохранится. Вот через 1000 лет сохранится что-то из этого, или что-то, что мы не будем сохранять специально, да, насколько как бы причудлив этот каталог, насколько вроде бы все это значимо, да, но все это принципиально не может сложиться в определенную иерархию. Да, вот эта проблема классификации, проблема иерархии, проблема того, какие события значимы и какие незначимы, и как мы оцениваем их значимость, это тоже одна из вопросов таксономии. Да, это тоже один из вопросов проектов Тарин Саймон. Каким образом организуется каталог. И вот, может быть, ее самый знаменитый проект пока что, каталог, американский каталог спрятанного и непривычного. Это грандиозный проект, который начинается в 2007 году. Фотографируя, как бы, начинает она, задумывает она его после
11 сентября, потому что она пишет, что после какой-то момент она поняла, что Америка после 11 сентября стала абсолютно другой неведомой страной, неведомой в своей идеологии, неведомой в своей религиозности, что эту страну надо заново исследовать, нужно понять, на чем основано это общество. И тогда она начинает делать свой антропологический проект, она начинает снимать самые странные места Америки, самые как бы места, о которых все слышали, где никто не был. Предисловие к каталогу этой выставки пишет Салман Рушди, который цитирует себя же, свой же один из своих рассказов, и пишет, что, как правило, мы никогда не присутствовали лично при том, как бы, что определила наша жизнь. Все, что определяет наши жизни, происходит где-то там, где нас нету. И вот такой вот каталог того, что происходит в тех мест, да, где мы никогда не были, это тот каталог, который она снимает, потому что каждый раз это не только узнать о существовании этого места, это найти способ туда попасть, это найти, получить разрешение на съемку. И вот этот весь как бы социальный, как бы все, что все бюрократические как бы ходы, которые требуются для того, чтобы получить разрешение на съемку и попасть туда, также являются частью проекта Тарен Саймон. Поэтому у нее может быть там криогенные институты, это криогенные капсулы, в которых хранится супруга изобретателя криогеники. Это наша вера в бессмертие. Это ядерные отходы в американском хранилище, и это Тарен Саймон рассказывает, что это было место, где было сложнее всего снимать, получить разрешение на съемку, а во-вторых, надо было работать в скафандре, потому что если работать без скафандра, то погибаешь через 5 минут. И ее поразило, что эти капсулы, светящиеся, да, с ядерными отходами, неожиданно сложились в карту Соединенных Штатов, что она это не специально так выкладывала. Это может быть вот такая вот комнаты для переговоров, для допросов, комната, которую все мы видели в кино, в которой есть стекло прозрачное с одной стороны и зеркальное с другой стороны, комната для подсматривания. Это может быть самая настоящая звезда смерти из фильма «Звездные войны», которая хранится у Лукаса на ранчо, и которая здесь снята так, как будто она висит в космосе, а не является. Она настоящая, потому что она действительно настоящая, но вот как бы здесь все не так, здесь все немножко менее убедительно. Вот, это может быть операция, хирургическая операция по восстановлению девственности, которую делают в Соединенных Штатах, делают и прибегают к ней в основном мусульманки, потому что без девственности они не могут выйти замуж. И какая должна быть конфигурация развития медицины и культурных, так сказать, привычек для того, чтобы эта операция была возможна. Это может быть собрание произведений искусства в офисе ЦРУ, да, знаете, для хорошей коллекции геометрической абстракции. И для Тарен Саймон это как бы было важно, что на самом деле то, что мы считаем, что искусство — это какой-то наш выбор, и что геометрическая абстракция, абстрактный экспрессионизм — это всегда доказательство там, свободы художника в демократическом обществе, что помимо этого это было оружие пропаганды, что это было как бы оружие манипулирования общественным мнением, и она как бы это не история про то, что у ЦРУ хороший вкус, да, это история про то, что даже абстрактное искусство может быть частью идеологических манипуляций, может быть частью пропаганды. Вот это может быть только-только вот выкованный, еще не остывший револьвер «Магнум». Это может быть кабели, по которым одновременно проходят разговоры нескольких десятков миллионов людей. Да? Это вот коммуникация, как она есть. В чистом виде. Это может быть несчастный белый тигр, который, конечно, очень красивый у лас-вегасовских фокусников, но на самом деле они все там, это мутации, они все рождаются, там, многие из них рождаются там, умственно неполноценными, какими-то совершенно мутировавшими. Это может быть издание «Плейбоя» для слепых шрифтом Брайля, это может быть там, какая-то машина для исследования магнитных полей. Да, то есть это как бы компания, охранная фирма, которая в Америке держат сикхи, представители индийской религиозной общины. Ну и вот прочие там удивительные места, про которые трудно представить, как бы
центр изучения марихуаны, в центр изучения, центр, в котором в университете, исследовательский центр, в котором постоянно хранятся настоящие разлагающиеся тела, потому что эти тела перетаскивают из одного, так сказать, местности в другой, чтобы исследовать, каким образом идет разложение при разных, так сказать, природных условиях. Это вот такой вот баскетбольная площадка, которая находится в ядерном убежище. После конца света кто-то будет там один играть в баскетбол. Это домик на берегу моря, на мысе Канаверал, домик, в котором предполагается, что астронавты могут провести последний вечер со своими женами и возлюбленными перед полетом в космос. Как бы это, да, фейерверки в месте ядерных испытаний, живой вирус ВИЧ, да, как выглядит вход в ЦРУ, как выглядят там джунгли американские, как выглядят клетки, в которые в которые могут выгулиться, выйти на воздух, приговоренные к смерти. Как выглядит телестудия арабоязычного канала, который вещает из Соединенных Штатов. Как выглядит, наконец, все, что было отобрано, комната, в которой складывается все изъятое на таможне в аэропорту JFK в Нью-Йорке. Да, то есть это как бы это все то, о чем мы, как бы, можно догадаться, что оно существует, но трудно в это поверить. Да? При этом, когда ты это очень, как бы, сама она говорит, что сама художница говорит, что ей было очень важно, что у нее есть какая-то внутренняя схема, по каким категориям она отбирала эти явления, да, эти феномены. Но ей очень важно, чтобы зритель о них не догадался, чтобы было ощущение, что, собственно говоря, то, что образует современность, то, что образует современную Америку, это как раз набор этих исключений из правил, это набор загадок, это набор каких-то... Мне этот проект очень напоминает сериал «Секретные материалы», да, что это что-то такое, что все время как бы это что-то сенсационное, это что-то, имеющее отношение к теории заговоров, это что-то, что опровергает нормальность нашей реальности, да, потому что ну, про что на самом деле большие конспирологические теории, что если существует то, что предполагается этими конспирологическими теориями, то значит не существует то, что мы привыкли, что существует. Да? Это как бы любая конспирология, это всегда немножко фильм «Матрица». Вот если существует все то существование, чего доказала и сфотографировала Тарин Саймон, так ли мы уверены, что существует то, в чем обыденное? Да? Или так ли мы уверены, что обыденное и нормальное и есть обыденное и нормальное? Оказывается, все возможно. Оказывается, надо быть, наверное, гораздо более осторожным с нашими убеждениями в том, что нормально и что ненормально, в том, что возможно и что невозможно. Это такое совершенно измененное представление о мире. Вот. Ну и абсурдный каталог — это, опять-таки, таможня оказалась прекрасным источником вдохновения. И следующий свой, как бы, проект Тарин Саймон, собственно говоря, делает именно на таможне. Она проводит 5 дней и ночей в аэропорту JFK, и фотографируя, опять-таки, получая разрешение на эту фотосъемку, обходясь без сна, потому что она провожает последние рейсы, встречая, как бы, от последнего до первого рейса. Спит. И фотографирует систематически все, что изымается таможней. В результате чего получается абсолютно сюрреалистический набор предметов. И Ханс Ульрих Обрест, который писал текст, по-моему, тоже к каталогу этой выставки, пишет, что это удивительная вещь, что, с одной стороны, аэропорт — это вообще, как бы, как особенно американский аэропорт, это как таковое, это воплощение власти и порядка. А с другой стороны, вот как бы это, как бы, абсолютная такая экзальтация упорядочивания, которое является аэропорт, может породить такой совершенно сюрреалистический, беспорядочный, хаотичный список предметов, набор предметов, который абсолютно там встреча зонтика и пишущей машинки на прозекторском столе, которым оказывается все отобранное на таможне. Что там может быть? Ну, оружие, наркотики, понятно. Ну, там могут быть анаболики, там могут быть почему-то деревянная резьба, почему-то колбаса, которую не всегда можно вводить и вывозить, почему-то контрафактные матрешки, да, там, пиратские фильмы, фальшивые сумки Луи Вуитон,
всевозможные детали оленей для, то ли для китайской медицины, то ли для магических ритуалов. Вообще любые мертвые животные, их части, которые часто возят контрабанды для использования в колдовских ритуалах. Например. Ну и, в общем, как бы такой совершенно невероятный набор предметов, в котором, как ни странно, самым запрещенным, самым часто запрещенным оказываются не, действительно не оружие и наркотики, как мы все думаем, а и не какая-нибудь подрывная литература, а самым частым оказывается контрафакт. Как бы больше всего американское общество оберегает себя от подделки собственной культуры. От подделки собственного, что от того, что туда возят очень много пиратских копий фильмов или очень много пиратских копий изделий известных брендов. И опять-таки, как говорит Тарин Саймон, что самое печальное в этом проекте — это ощущение, насколько по всему миру унифицированы наши желания. Все хотят вот эту самую сумку, да, и все хотят вот этот самый фильм. Хотя, конечно, и поэтому на фоне этого там оленья кровь и мертвые птички для ритуалов, конечно, кажутся прекрасными и очень разнообразят эту унифицированную картину мира. Вот, ну, каталог всех политических деятелей в одном, вот такой вот аватар, это фотомонтаж, где все детали этого персонажа, это политик как таковой, это реальные фотографии различных глав, ушей, там, ног и поз различных мировых лидеров современных. Вот. И еще один как бы, проект повествования, проект исследования — это вот такое вот, как бы, исследование «Живой человек, объявленный мертвым». Это, как бы, это исследование как раз посвящено идентичности, наследственности и тому, что определяет нас как человека. Да? Исследование, посвященное тому, что, чем может быть судьба, чем может быть рок в современном мире. Каждая из глав этого огромного исследования посвящена какой-нибудь одной кровной линии, одной линии как бы, людей, связанных кровным родством. И то какая история стоит за этой семьей. Например, первая глава, там очень много разных, там, я не весь этот проект видела и читала, да, но там, например, там может быть история про альбиносов из Танзании, там может быть история про двойника сына Саддама Хусейна, да, то есть какие-то вот все, что истории, связанные с идентичностью. Там, например, одна из этих историй — история из Индии про человека, который выясняет, его не было дома, он возвращается домой, выясняет, что он и его братья почему-то числятся мертвыми. А мертвыми они числятся, потому что кто-то захотел получить их землю. И за взятку их записали мертвыми, а их и право на их землю получили другие представители семьи. И они как бы, он как бы пытается всю жизнь доказать свое, то, что он жив, и суд все время откладывается. Соответственно, здесь эта история про то, что такое земля, что такое кровное родство, и что в данном случае является фатальным для него, да? То, что он принадлежит этой семье, или то, что как бы, и, вот, как бы это такая почти мистическая история, как бы со всеми доказательствами, какие могут быть фотографии, справки, документы, как, так или иначе доказывающие эту историю. Это может быть история про кроликов, да, это почему обязательно кровная связь, кровное родство между людьми, может быть семейство кроликов, на которых держат в Австралии в исследовательском центре, потому что в Австралии кролики — это бедствие стихийное, и их истребляют, распространяя вирусы. Это как бы кролики, которые вот подопытные кролики, три группы родственные, как бы тестовые группы, да, на одном один вирус, другой вирус и никакого вируса. Вот, собственно, это несчастные зверьки. А что такое история про, по-моему, это история про людей, принадлежащих одному, я уже как бы все их перепутала. Да, это довольно страшная история. Это история про геноцид в Боснии. Как опознали, как бы, что 2000-е годы, 90-е годы, когда там истребляли боснийских мусульман, и все эти исчезнувшие, захороненные в массовых могилах люди до сих пор ищут, чьи там останки, да, как их можно идентифицировать. Это, собственно, одни эти останки, кости, да, которые идентифицированы. Вот двоих нашли, кто это, что они действительно там похоронены. Вот. Это может быть история про человека, который правил Польшей при Гитлере,
которого судили на Нюрнбергском процессе, и в тюрьме он вернулся в католичество и пытался покаяться, правда, до этого пытался покончить жизнь самоубийством. И какая у него судьба, да, что с ним связано, какие, есть ли у него люди, которые готовы признать родственную связь, почему у него работа, которая хранится в Кракове, да, которую во время его правления вывозили и вешали у него дома, да, вывозили из Краковского музея. Вот, что такое история про людей? Это вот еще одна история про связь, да, и про семью. Это люди из ливанского церковной общины друзы, которые верят в реинкарнацию. Это человек, который верит, что он реинкарнация собственного деда. И поэтому он своему собственному отцу одновременно и отец, и сын. И то, что он переживает, он помнит, как он пережил. Он помнит смерть свою, которую он пережил, будучи своим дедом в предыдущем рождении. И он ее повторяет. И, наконец, эта история, это китайская семья, которая китайским агентством национальной пропаганды была выбрана в качестве образцового показателя, что вот именно эта семья, именно этот род будет представлять Китай во всевозможных публицистических, пропагандистских материалах. И она снимает эту семью, исследует, что это за агентство, как наследующее, так сказать, коммунистическому Китаю. И в Китае вместо как бы именно эту главу не представляют. Да, у нее там много различных коллабораций, вот такая вот замечательная история, тоже на грани фикшена, вымысла реальности, того, как вымысел генерирует собственную реальность. Собственно говоря, это финальная фотография, это была сделана для того, чтобы быть финальным кадром фильма Брайана де Пальма «Цензурировано». Такой очень страшный фильм про американских солдат в Ираке и про то, как эти американские солдаты там насилуют и убивают 15-летнюю девочку. Фильм сам по себе снятый как история возможности и невозможности свидетельствовать, потому что фильм снят одновременно как два фильма. Один из них — это вымышленный французский документальный фильм французских журналистов про американских солдат в Ираке. Другой фильм — это фильм, который снимает на любительскую камеру один из этих солдат. И плюс еще там вкрапление разных других повествований, там интернет-блоги, еще что-то. То есть это как бы тот же сам фильм, который рассказывает эту историю военного преступления через возможные и невозможные свидетельства, да, каким образом эта история складывается из множества разных буквально точек зрения, буквально углов камеры, да, и в конце этого, и только в конце этого фильма появляется, собственно говоря, фотография этой жертвы, этой изнасилованной девочки убитой. И эту фотографию, финал этого фильма Брайан де Пальма предложил ее сделать Тайрон Саймон, потому что его очень интересует, он очень любит ее работы. И, ну, как бы она действительно делает этот финальный кадр, он входит в фильм, а как бы разные датировки, разные версии этой работы возникают, потому что дальше начинает раскручиваться сюжет об актрисе, которая снималась в этом фильме. Фильм снимался в Иордании, по-моему, как бы девочку эту играла местная актриса. Появляется она там 5 минут в кадре, ее не показывают обнаженной, про нее просто известно, что ее изнасиловали. Но и у актрисы, поскольку она снималась в этом фильме американском, да, потому что она играла жертву изнасилования, ее на родине как бы подвергли остракизму. Ее судили, она была вынуждена эмигрировать в Соединенные Штаты. И, собственно говоря, дальше каждому представлению этой работы, этой фотографии, дописывается история про то, что дальше происходит с этой актрисой. А вот сейчас она попросила политического убежища, а вот сейчас ей его дали. И это тоже абсолютно история про еще одну там невозможность единственной точки зрения, про какую-то дробность истории, про то, что любой вымысел имеет удивительную возможность, способность вторгаться в реальность и генерировать какие-то новые волны в этой реальности. Вот такой проект «Птицы Вест-Индии», проект, посвященный, тоже связанный с кинематографом, посвящен он, как ни странно, Бондиане, потому что название «Птицы Вест-Индии» — это название орнитологической книжки, написанной Джеймсом Бондом, настоящим Джеймсом Бондом, орнитологом, чьи книги интересовали, книжка 1936 года, и книги его интересовали Яна Флеминга, собственно, автора Бондиана, который также увлекался орнитологией, любил наблюдать за птицами. Ему показалось, что Джеймс Бонд — это такой идеальный
идеально плоское имя, которое очень подойдет его герою. И, собственно говоря, то, что делает Тайрин Саймон, она исследует всех птиц, которые фигурируют во всех, сколько там, 24, на настоящий 25 фильмах Бондиана. Что такое, как бы, какие птицы населяют эту вселенную, включая как бы реальные страны, которые там упоминаются, и вымышленные страны, которые там упоминаются. И второе, как бы, одна часть проекта — это, вот, собственно, орнитологический проект, чтобы Джеймс Бонд настоящий исследовал в Бондиане. А другой проект — это такой же как бы сравнительная таблица, исследующая все атрибуты, собственно, Джеймса Бонда, а именно оружие, машины и женщин. Да, вот каким образом, что это за атлас, в котором упоминаются все его атрибуты, как меняется персонаж, описанный этими атрибутами, и можно их классифицировать так же, как классифицируют птиц, например, или классифицируют растения. Ну, вообще, что такое мир образов, в котором мы живем? Коллекция образов, посвящение, собственно говоря, коллекции образов с 1915 года, существующей в Нью-Йорке. Это огромный в одной из библиотек, пополняющийся постоянно каталог всех возможных фотографий, да, от открыток, рекламы, фотосъемок, работ великих фотографов с 1915 года. Да, каталог, собрание, которое было источником вдохновения для очень многих художников, когда надо что-то найти, как это выглядело. Как, то, что было как бы интернетом до интернета. И поэтому, когда там Ривера делал свои росписи для Рокфеллер-центра, да, он ходил туда и смотрел, как выглядят заводы, фабрики, там, операции хирургические, еще что-то. Уорхол туда ходил изучать рекламу. Да, то есть это такое место, через которое прошли все художники, а также писатели и журналисты. И то, что делает... А потом его в 90-е годы из него изъяли самые знаменитые фотографии, потому что поменялись авторские права и поменялась рыночная стоимость этих фотографий. Он как бы вот... И как бы то, что делает Тайрин Саймон, он делает свой вариант этого собрания образов. Опять-таки думаю, как их можно классифицировать, что вот здесь будут все несчастные случаи, а здесь будут вся светотень, чем бы это ни было. Здесь будут все финансовые кризисы, а здесь будет все там, что там, перетягивание каната. А здесь будут все зеркала. Да? То есть, опять-таки, это возможность и невозможность классификации, каким образом весь этот колоссальный массив образов, в котором мы живем, каким образом его можно или нельзя классифицировать, и каким образом можно что-то искать в этом каталоге и что-то найти. Она своим источником вдохновения главным называют Google. И вот, собственно, Google посвящен вот такой вот проект, который она делала вместе с программистом Ароном Шварцем, собственно, представляющий, что получается, если в разные поисковики в разных странах задавать поиск по картинке одну и ту же, да, вот как будет выглядеть Америка в поисковике в Америке, или как она будет выглядеть в поисковике, не знаю, там в России или в Китае, или где-нибудь еще. И вот, собственно, эти собрания, вот такой срез образов, как он будет выглядеть в разных странах, в разные моменты, что из этого выключится. Да? Ее соавтор, собственно, естественно, сделал то, что, я думаю, все мы делаем, однажды забил себя и поискал по картинке, как он будет выглядеть. Вот, ну и еще одна история тоже про власть, да, и про образы, про достоверность, то, что показывалось как раз здесь на выставке в гараже, это прекрасные натюрморты, на самом деле являющиеся реконструкцией тех флористических композиций, которые украшали столы переговоров при заключении разных важных международных соглашений, да, официальные букеты. Официальные букеты, которые Тайрин Саймон с помощью ботаников по архивным снимкам, по телесъемкам определяет, что же за растения там стояли, как они назывались. И воссоздает их у себя в студии, заказывая все, так сказать, перечисленные цветы с крупнейшего аукциона цветов в мире, который существует в Амстердаме, выясняя заодно, потому что, естественно, как купить все цветы, где их заказывать. Вот, оказывается, есть самый большой аукцион цветов в мире, который идет в Амстердаме. Что такое, как бы, что это за цветы там использованы? Да? Она делает ботанический справочник по этим официальным букетам. Она вспоминает, что это был такой жанр,
оказывается, вот этот жанр воображаемых букетов, который появляется в голландском натюрморте. Потому, почему воображаем? Потому что это букеты, которые собраны из цветов, которые никогда в то время не могли быть собраны в одном месте, да, потому что это растения, которые цветут в разное время в разных странах, и которые сейчас становятся возможны, потому что можно их заказать. Да? То есть как бы вся эта история про цветы, как история про власть, да, как история, и как история про глобальный мир. Да, как, что такое циркуляция образов и растений, и как растения при этом все-таки не перестают быть растениями. Что за ними, что за естественная история за ними стоит. И недавняя еще одна коллекция совсем парадоксальная, потому что это коллекция плачей. Это коллекция оплакиваний, грандиозная архитектурная инсталляция, которая была сначала показана в Нью-Йорке, сделалась в соавторстве с архитектором, выстраивающим вот такие трубы, органы. И в каждом на открытии только, да, в каждой из этих труб был представлен, это другая мизансценировка, которая была сделана в Лондоне, архитектурная, в каждой из этих труб на открытии, во всяком случае, сидели живые плакальщики из разных стран мира. Плакальщики, какими они могут быть на Ближнем Востоке, какими они могут быть в Армении, какими они могут быть там в Албании, по-моему, какими они могут быть, по-моему, у них кто-то из России был, какими они могут быть в Бутане, там, в Эквадоре, где это слепой аккордеонист, где как там, вот все виды плачей, да, все виды скорбящих, все эти плакальщики, профессионалы, да, что во многих культурах существует профессия плакальщика. Может быть, монах, это может быть музыкант, это может быть светский человек. И, соответственно, это такой огромный каталог плачей всех культур мира. Плачей без повода, да, нету мертвого тела, никого не хоронят. Есть как бы плач отобранный, оторванный, фотография плача, да, плач оторванный от, собственно, причины скорби. Есть эти люди, которые превращаются в артистов, да, когда у них меняется статус, оказывается, что отныне они не плакальщики, они артисты. И есть головоломная история, которая тоже часть этого проекта, как надо было их всех свести на гастроли. Что каким образом как бы она делала там, из Албании, из Бутана, из Эквадора, да, из всех стран мира. И каким образом надо было, как им делать приглашение? В качестве кого они получают визу? Они получают визу в качестве определенную такую-то американскую визу, которую дают артистам. Но артистам таким, которые имеют, как бы, чье искусство обладает там, каким-то культурной уникальностью, да, то есть как это, и вся эта бюрократическая процедура, с помощью которой можно выяснить, каков же, собственно говоря, статус плакальщика официальный. Это тоже часть этого проекта, при котором при этом это вот прекрасная эта архитектура, куда можно прийти и прикоснуться, так сказать, к библиотеке мировой скорби. Но за библиотекой мировой скорби стоит история конкретных людей, стоит история бюрократических процедур, стоит история о том, как их всех, где их всех расселить, потому что многим из них нужны молельные комнаты, например, и у всех разные диеты, потому что все придерживаются разных религиозных, так сказать, традиций. Вот. И вот что, как бы такая работа со звуком. Там еще какие еще есть звуки? Уровень громкости аплодисментов. Как зафиксировать измерить громкость аплодисментов на различных событиях, происходивших на главных, так сказать, сценических площадках города Коламбус, города, в котором происходит, ну, там все что угодно, политические ралли, политические события, да, политические кампании, поп-концерты. Вот где сколько аплодисментов было записано, как они звучали, какой там уровень громкости. И последний ее проект, не иначе, как она все-таки очень прониклась путешествием в Россию. Это еще одна, как бы, коллекция, да? Но в эту коллекцию могут пополнить зрители. Это коллекция уникального опыта, уникальный экспириенс. В данном случае это возможность погрузиться в прорубь, да, про которую Тарин Саймон вспоминает, что это во многих культурах существует. Вот есть крещение в России, как религиозный обряд, есть моржи есть в Финляндии, моржи есть там какие-то были традиции, там укрепление здоровья,
здоровье через обливание холодной водой, которую, например, Чарльз Дарвин практиковал, а еще его практиковал индейский вождь Джеронимо. Вот каким образом можно все эти, вот, всю эту историю так, экстремальной практики собрать. Собственно говоря, первое, что она делает, это ее второй перформанс. И здесь этот перформанс предлагается зрителям. Она строит эту прорубь настоящую в галерее со льдом, да, в галерее. И там есть профессиональные перформеры, которые время от времени на глазах зрителей туда погружаются. Там есть видео, которое запечатлело этих профессиональных перформеров. И там, наконец, как бы, собственно говоря, никому не возбраняется пойти и окунуться в галерею, в прорубь. И таким образом дополнить, собственно, свой каталог странного и непривычного и тайного и получить некий уникальный эксперимент, попытавшись в какой-то момент действительно войти в этот каталог. Спасибо! У нас есть время на пару вопросов. Если у кого-то такие есть, то поднимайте руку, мы передадим микрофон. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вы, наверное, уже здесь говорили. Я бы хотела спросить какую-нибудь книгу, рекомендацию по изучению современного искусства. Ну, знаете, опять-таки, я могу только посоветовать вот эту самую огромную тому, которую издал как раз «Гараж», потому что все равно ничего более полного, по-моему, и подробного на русском языке нет. С 1900 года, да? По-моему, да. Вам виднее. У кого-то есть еще вопросы? Она сама в прорубь окуналась? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не спрашивала. Спасибо всем. На этом все. Следующая лекция будет 8 мая. Спасибо. Спасибо.